Здравствуйте, дорогие друзья, с вами программа «Утро доброе». И сегодня в студии Евгения Пермякова и Денис Федулов. Очень неожиданно, что мы сегодня снова в студии. Ну просто, я подумала, мы каждый день говорим «и сегодня в студии», как будто бы вчера в студии были какие-то другие люди. Ну смотри, у нас есть разные программы на канале, и в студии обычно разные люди. Например, до нас и после нас есть программа на казахском языке. Так. Поэтому именно сегодня в студии именно сейчас. Не сегодня, потому что и завтра тоже будем мы в этой студии. Ну, кстати, какое-то время. Да. Не будем о грустном. Будем утро доброе. Будем о добром утре. Вот, например, Евгения, каждое утро нам нужно выходить, собираться на работу, и чем дальше в лес, что называется, чем ближе к зиме, тем больше, это сложнее делать. Больше времени нужно. Вот сколько тебе времени нужно, чтобы собраться и выйти? Ну, опять же, все зависит от того, куда я иду. Ну вот, классический случай, ты идешь на работу. Классический случай, я иду на работу. Ну, минут 40 мне очень даже вполне хватит. Ну, если туда не входит, конечно, там, допустим, прогулка с собакой утренняя. Я думал, утренняя прогулка до магазина, до кафе, за булочкой, за кофе. Я не завтракаю, да, а кофе даже я пью в процессе сбора на работу. Угу. Ну смотри, это, конечно, интересная история, потому что мне, например, нужно где-то час. Я очень медленно ем. Угу. Я считаю, что это, конечно, мое преимущество, потому что так лучше усваивается пища. Это хорошо, пища, да, завтракать нужно. Я не то чтобы этим кичусь, я просто вот так ем. Постоянно, когда мы с друзьями где-то сидим, за обедом или за ужином, я постоянно последнее опустошаю свою тарелку. Угу. Вот так вот. Но обычно я пытаюсь экономить свое время на сборы. Например, я хожу в душ вечером для того, чтобы чистым лечь в постель и потом с утра не тратить время на это. А вот я как раз-таки не могу без утреннего душа. Угу. То есть ты таким образом взбодряешься? Да. Мне вот прям утренний душ мне прям вот необходим. Угу. Ну а для тех людей, кому необходим не только утренний душ, но и зарядка, наша первая рубрика. Всем доброе утро! Сегодня с вами Зумба Зарядка. Меня зовут Татьяна, в этом мне помогут Алина и Оля. Поехали! Сегодня мы с вами будем танцевать ритм меренги и начнем с разучивания движений. Начинаем с основного шага марш. На месте маршируем. Добавляем ручки. Следующее движение делаем шаг вперед, добавляем ручки и корпус. Шейки-шейки получается. Шейки-шейки. Делаем только одной правой ногой. Потом немножко в сторону бедра. И тоже покачиваем. Следующее движение мы делаем волна. И повторяем так 4 раза. 4. Хорошо. Затем мы ставим ногу в сторону. И медленно в сторону. 4. 4. И потом добавляем чуть-чуть ускорения. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И амплитуда еще быстрее. Ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Следующее движение называется бета-шаффл. Мы делаем руками скользящими движениями. Один, один, два. Один, один, два. Один, один, два. Один, один, два. Следующее движение мы отводим ножку в сторону и прыжок добавляем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И последнее движение будет корпусом шейки, шейки, шейки. Там, там, там. А теперь давайте соединим все под музыку. Приготовились, давай.
и бедро. И чуть-чуть побыстрее. Ускоряемся. Поменяли ногу. Еще раз. И в сторону. Теперь с другой ноги. Бедра в сторону. И снова волна. Поменяли ногу. Еще раз. Это шаффл. 1-1-2. 1-1-2. И концовка. И ускоряемся. Это был ритм меренги. Надеюсь, вы зарядились позитивным настроением. До новых встреч. Пока. Очень продуктивная зарядка у нас была. Я сейчас, прям почувствую, как взбодрился. Да, да, да. А как же делают зарядку в разных странах? Вот знаешь, что я нашла? Вот в Китае, например, да, в Поднебесной увлекаются упражнениями с орудием труда. Ух ты, интересно. Да, то есть они вот с чем работают? Темы делают зарядку. Темы делают зарядку, да, то есть такие получаются силовые. И, конечно же, еще они делают упражнения с традиционными элементами ушу. Да, китайские то есть боевого искусства. Боевое искусство, я знаю, да, что в Китае очень любят именно массовые занятия спортом на свежем воздухе, и особенно пенсионеры, они вот буквально собираются на этих площадках, да, специально оборудованных, и там человек по 30 занимаются спортом, да, представляешь? Да, а то и больше. И не только в Китае, но и в Японии. И вот такие массовые зарядки в Японии, делаются упражнения под музыку фортепиано. Такая, знаешь, у них называется радиозарядка. Угу. То есть по радио начинают передавать вот эти вот музыки фортепианной игры. То есть это не пианист сидит? Нет, на улице. Но это было бы, конечно, вообще очень здорово. Это, знаешь, выкатили, кажется, рояль, посадили за него пианиста, который делает, да, что? Да, пианистку, да, 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 который делает, что может, не стрелять в нее. Но просто у них эти зарядки происходят на протяжении всего дня, раза 3-4. А, даже так. Да, поэтому, конечно же, фортепианная игра идет в записи. То есть радио, зарядка под фоно. Слушай, это очень интересно, ведь главная цель таких зарядок – это здоровье, да, и конечно, для кого-то даже удовольствие. И долголетие. А вот, например, наши коллеги за рубежом нашли бабушку, так, которая благодаря таким занятиям, то есть она рассказывает, как нужно делать упражнения, стала звездой ТикТока. И об этом наш следующий сюжет. Это немецкая бабушка, которой уже 81, стала звездой молодежной соцсети TikTok.
Приложения обычно выкладывают короткие видео подростки и молодые люди. Однако теперь в тренде уроки фитнеса этой жительницы города Лайхлинген. Ее прозвали фитнес-бабушкой. Эрика Ришка не позволила карантину заставить ее лежать на диване. Когда она не тренируется, то отрабатывает танцевальные движения с мужем. Я думаю, нам нужно побольше танцевать. Я хотела бы почаще ходить на танцы. Теперь мне нужно сердито посмотреть на мужа. Первое видео Эрика загрузила в соцсети еще весной, когда в Германии начался первый карантин. С тех пор она опубликовала более 100 роликов. В них она делает отжимания, планку и другие упражнения, а также танцует и вдохновляет всех не сидеть сложа руки. Просто супер. Я очень рада. Никогда еще не была так уверена в себе, как сейчас. ТикТок и Инстаграм стали для меня большим толчком. Нам пишут молодые люди, говорят, что мы потрясающие. Спрашивают, как это мы делаем, и пишут, что мы для них мотивация. Это чудесно. У бабушки уже около 125 тысяч подписчиков. Также в приложении под ее роликами поставили более 2 миллионов лайков. Некоторые пишут: «Вы будете моими дедушкой и бабушкой?» Или «Моя бабушка умерла, можете занять ее место?» Американцы пишут: «Да благословит вас Бог» и так далее. Это удивительно и невообразимо. Никто не ожидал. Я думала, люди будут просто смотреть, но такое внимание – это ошеломляет. Узнал про успехи этой пожилой жительницы даже мэр города. Он лично встретился с Эрикой и поздравил ее. Мне нравится история о том, как меняется жизнь человека. Теперь я могу сказать, что без коронавируса этого не произошло бы. Человек просто получал удовольствие. А потом ему удалось привлечь внимание и тронуть столько людей не только в Германии, но и по всему миру. Бабушка обычно читает все комментарии после завтрака. Говорит, что впереди у нее еще много проектов. Профессия фармацевта важна так же, как и профессия врача. Ведь он, работая в аптеке, должен знать состав лекарств, показания к их применению. Он должен следить за качеством поступающей продукции, правильно их хранить и уметь работать с людьми. Ведь у каждого была ситуация, когда ты приходишь в аптеку, спрашиваешь какое-то лекарство, и тебе предлагают, например, более дешевый аналог. И именно сегодня мы празднуем Всемирный день фармацевта. Ну, фармацевт достаточно старинная профессия. Это работник в области медицины, который изготавливает лекарства и также консультирует, старается, чтобы максимально лекарства были эффективны, безопасны, то есть проконсультировать пациента, чтобы лечение пришло к хорошему результату, дало хороший эффект. Вообще фармацевт сложная работа. Что он должен знать? Он должен знать то же самое, что и врач, или же немного меньше? Ну, как я всегда говорю, это такая у нас шутка среди фармацевтов, что фармацевт — это не только ты продаешь, да, и консультируешь, но ты немножечко гинеколог, психолог и так далее. Ну, вообще, я бы сказала, наверное, любая работа сложная, которая связана с людьми. А мы непосредственно работаем с людьми, то есть каждый день там более 150 человек, да, может быть, в аптеку приходит, у каждого свои запросы, свои проблемы. Мало того, что они хотят нужно дать лекарство, плюс еще каждый же хочет о каких-то своих проблемах, болячках поговорить, поэтому как бы надо, конечно, немножко чуть больше иметь терпения, наверное, какого-то понимания, то есть к проблеме человека, там, сострадания даже, наверное, какого-то. Вот я перенесла в 2012 году инфаркт, перенесла, и не думала, и не гадала, что у меня такое будет. Да, мне выписали лекарства всякие там. Вот иду в аптеку, я живу в Октасе сама. Прихожу в аптеку, конечно, все девочки очень относятся очень хорошо, даже посоветуют. Что-то, например, для меня дорого, они аналоги могут. Но говорят, что это то же самое помогает. Всем телезрителям меньше болеть, быть здоровой.
я считаю, самое главное – здоровье, здоровье и здоровье. Сейчас у нас меняется погода, близится зима, поэтому всем телезрителям 5 канала, а также карагандинцам и гостям города я желаю, конечно же, здоровья. Не забывать о своем иммунитете, по возможности заботиться о своем здоровье, теплее одеваться. Ну и если нужна какая-то консультация, обращаться к профессионалам. Наша следующая рубрика неразрывно связана со звездами. И наверняка тебе известно такой способ наблюдения за звездами, как обсерватория, обсерваторное наблюдение. А ты знаешь, что обсерватория, она бывает не только астрономическая. Так, следят какая-то. Не только за ними, например, следят еще за геофизическими какими-то явлениями природы или за вулканами. То есть где-то на Камчатке существует обсерватория, которая далеко не для звезд. Она наблюдает, люди в ней работают и смотрят за тем, чтобы вулкан, не дай бог, не проснулся. Если он начинает просыпаться, чтобы вовремя дать сигнал, да? Чтобы да. предсказать это событие. Потому что большинство вулканов, они имеют большой риск для того, чтобы проснуться. И ты никогда не предугадаешь это. Знаешь вот эту самую популярную историю-то про вулкан? Про Везувий? Нет, может быть, про Везувий. Последний день Помпеи. Нет. Ну вот, которое то вот прям недавно? Совсем недавно произошло. Да, мужчина в течение года носил на вершину спящего вулкана покрышки, чтобы в один прекрасный день эти покрышки там поджечь и напугать просто всех вокруг. И, по-моему, такая история закончилась тем, что вулкан все-таки проснулся. Нет? Нет. Или это была другая история? Нет. В общем, где-то была именно такая история. Так вот, вернемся к обсерваториям. Большинство таких обсерваторий расположены далеко от городов для того, чтобы избежать всяких эффектов светового излучения. Например, идеальные места – это места с темным небом, большим процентом ясных ночей в году, сухим воздухом и на большой высоте. Зачастую там меньше атмосферы Земли, она чуть тоньше, и поэтому влияние атмосферы сводится к минимуму. Например, это Запад США, Гавайи, Канарские острова, Анды в Аргентине и высокие горы в Мексике. Но идеальное место это для такой обсерватории так. это горный хребет А. Именно так и называется. Он находится в Антарктиде. Угу. Там наименьшее количество атмосферных возмущений и наилучшая видимость. Как же они там, стекла не запотевают у телескопа? Так там ее еще нет, этой обсерватории, но это просто наилучшее место. Они все-таки место Антарктида, есть, конечно. Ну вот я и думаю, как же слово там... Слово есть, а обсерватории нет. Я и думаю, как же там телескоп-то, наверное, это ж какое-то... Ну хотя, наверное, есть какие-то специальные средства для стекол. Существуют космические обсерватории. Например, телескоп Хаббл, который запустили специально на орбиту Земли для того, чтобы он наблюдал за звездами. Как раз-таки это очень удобно, потому что вообще отсутствует влияние атмосферы. Но, конечно, цена такого – это высокая дороговизна, стоимость обслуживания и всего такого. В общем, для того, чтобы составить план на сегодняшний день, я думаю, не нужно отправляться в космос. Просто нужно быть ближе к звездам. Это точно. А для того, чтобы быть ближе к звездам, нужно смотреть нашу рубрику «Гороскоп» на 5 канале. Овны, постарайтесь сегодня максимально эффективно использовать первую половину дня. Именно в это время у вас будет шанс достичь значительных успехов. Отличный плодотворный день сегодня у тельцов. Вы верите в свои силы и правильно делаете. Сегодня можно добиться очень многого. Не исключены приятные сюрпризы, подарки. Не менее важно и то, что у вас появится много хороших идей. Близнецам сегодня будет очень трудно заставить себя сосредоточиться на делах. Хочется веселиться, а вместо этого приходится заниматься чем-то однообразным и нагоняющим тоску. Творчески подойти к задачам не удастся. У раков сегодня будет шанс найти помощников и влиятельных союзников. Однако не стоит всерьез рассчитывать на то, что они будут совершенно бескорыстны. Подумайте, как вы сможете отблагодарить их. Львам на первую половину дня лучше не планировать ничего важного. Это время может стать для вас настоящим испытанием. Многое будет идти не так, как вы ожидали.
Сегодня у дев все сложится неплохо, если вы не станете торопиться. Помните, что в первой половине дня лучше избегать решительных действий. Это время подходит для того, чтобы собирать и анализировать информацию. Рассчитывать только на себя сегодня стоит весам. Так у вас появится шанс достичь успеха, отлично справиться со сложной и важной задачей. Дела, даже самые неприятные, лучше не откладывать. У скорпионов день не лишен трудностей, но у вас есть шанс провести его с пользой. Старайтесь не переоценивать свои силы. Если вам нужна помощь, просите о ней. У стрельцов день хорошо подходит для работы, но вас сейчас мало интересуют профессиональные успехи. На первый план выходит личная жизнь, в которой не все гладко. Не самый удачный день для начала новых дел сегодня у козерогов. Вы сможете справиться с ними, но усилий потребуется много. К тому же люди, прежде обещавшие помочь, откажут. У водолеев сегодня чаще обычного будут возникать конфликты. Вы ссоритесь даже с теми, с кем прежде отлично ладили. Ваш подход к делам вызывает недоумение у коллег и руководства. У рыб день складывается неплохо, открывает новые перспективы и позволяет добиться заметных успехов. Но вам все происходящее не по душе, хочется чего-то большего. Денис, а записан ли ты в библиотеку? Да. Несмотря на то, что я давно там не был. Но у меня... Потому что книжку должен. Нет, не поэтому. У меня есть читательский билет Российской государственной библиотеки, той самой библиотеки имени Ленина. Вот той, которая с зелеными такими плафончиками на столах. Да. А вот библиотеки впервые появились на Древнем Востоке. Первой библиотекой называлось «Собрание глиняных табличек», найденных в храме шумерского города Ниппур. Ух ты! Вот такая была глиняная библиотека. Как интересно. Знаешь, ты пришел в библиотеку, взял глиняную дощечку и пошел читать. И пошел читательский зал. Это очень интересно. Ведь наша следующая рубрика, она связана не столько с библиотеками, сколько с восточной культурой. Вот ты сказала про шумеров, а я хочу рассказать про корейскую литературу. Так. Например, есть такая книга, называется «Звери малой земли». Это было, ну, в свое время очередным откровением. Например, вот эта цитата: «Никогда не убивай тигра, если только тот не решился убить тебя первым». Тигр, как известно, является символом Кореи. Впервые о нем упоминают в мифе о родоначальнике корейцев, о Тангуне. Это животное ассоциируется с горным духом. В общем, тигр, он считается оберегом, и он проявляет милость к тому, кто его не тронул. И в этой книге рассказывается история о нескольких судьбах на протяжении 50 лет. Они постоянно переплетаются, там сосуществуют бедные крестьяне, японские захватчики, куртизанки, революционеры, коммунизм, борьба за свободу и, в общем, другие сюжеты. И очень интересно, как там раскрывается образ японцев, потому что роман разворачивается в первой половине 20 века на корейском полуострове, который в то время был колонией японской. И так как Япония была очень мало подкована в технической части, когда она решила, что она империя, начала захватывать другие города, она использовала разные техники, в том числе не самые хорошие. Ну и помимо этой истории, японцы же считали корейцев маленькими японцами, поэтому у них было такое к ним отношение. Там разные сюжеты, как идеологический выбор, коммунизм, север-юг Кореи, тоже очень современная тема. В общем, интереснейшая книга, всем рекомендую. Ну а тем, кто хочет еще более погрузиться в эту книжную историю, наша рубрика «Книжная лавка». Нихон Мукаси Банаси. Сказание древней Японии. Был написан детским писателем Садзунами Сандзином. В данной книге автор собрал рассеянные по различным литературным источникам древние японские сказания, предания, мифы и легенды, обработав их современным японским языком. И был первопроходцем в этой области. До него никто из японских писателей подобной работой не занимался. Сказания древней Японии – это не просто народные сказки, на которых из поколения в поколение воспитывают детей, и еще и литературный памятник, запечатлевший миросозерцание японского народа, своеобразие его мифологии, психологии, этики, жизненного уклада. Стоит и отметить, что перевод данной книги был сделан еще в дореволюционное время,
Василием Мендриным. Василий Мендрин был востоковедом, изучал японскую культуру в Восточном институте Владивостока. Японский язык знал блестяще. Несколько лет жил в Японии и смог поступить в аспирантуру Токийского императорского университета. Эта книга будет интересна для тех, кто увлекается японской культурой и кому она интересна. Покупка какой-либо вещи – это целый процесс. Помимо внешнего вида, нужно всегда обращать внимание на какие-то тонкости и предварительно изучать характеристики приобретаемого товара. А сделать правильный выбор всегда помогут наши эксперты. Именно они расскажут о критериях, о которых знают не все. Газификация Караганды происходит полным ходом. В связи с этим компания «Эргономика» нашла способ заменить устаревшую систему отопления угольными котлами на котлы газовые. Вся система не занимает много места и практически полностью автономна. А что самое поразительное, полная постройка котельной занимает в среднем не более пары месяцев. Эта котельная заняла месяца полтора-два. Вот здесь стоят два котла мощностью по 150 кВт. Конкретно в этом случае использованы котлы российского производства. Они характерны тем, что, ну, скажем так, при не самом высоком КПД обладают достаточно простой и удобной для обслуживания конструкции. Но мы работаем не только с российскими производителями, но и с достаточно именитыми, я бы сказал, самыми именитыми брендами. И котлы любой сложности, любой мощности. По словам технического директора, котел почти полностью автономен и требует минимального внимания, что позволяет уменьшить затраты как временные, так и финансовые. Вам не придется каждый раз беспокоиться о качестве угля, постоянно прочищать систему от сажи и ломать голову над тем, куда деть золу. Все, что вам будет необходимо, это подвести газ и обеспечить систему возможностью пополнять воду. Предусмотрены все полагающиеся нормативными требованиями процедуры и технологии. Здесь и защита от утечек газа, там противопожарная безопасность, стоят специальные клапана на газоводе. То есть, если происходит какая-то нештатная ситуация, то подача газа будет перекрыта. Вот, соответствующие там службы получат сигнал о том, что здесь там утечка газа или пожар. Минимум 10 лет при правильной эксплуатации. Такую гарантию дают производители на свое творение. Простота интерфейса не позволит использующему как-либо навредить системе. Решающим фактором срока службы является качество воды, говорят на производстве. По поводу работы с самим оборудованием. Как я и говорил, конкретно у этих котлов очень простой, интуитивно понятный интерфейс. В принципе, любой человек там, с маломальски техническим образованием, пройдя небольшой инструктаж, может легко следить, контролировать работу котла, там, производить необходимые настройки температуры. По паспорту срок службы 10 лет, но он может проработать и гораздо больше, потому что на самом деле определяющим фактором здесь служит качество воды. То есть, если на объекте происходят постоянные утечки теплоносителя, или же там, потребитель забирает горячую воду из системы отопления, у нас часто такое, к сожалению, бывает, это плохо, да, потому что нужно подпитывать систему отопления новой водой. Как правило, для этого используют просто холодную воду из системы городского водоснабжения. В ней много кислорода, это плохо сказывается и на системе отопления, и на котлах. Но когда система замкнута, подпитка минимальная, и самое главное, в каждой котельной должен быть предусмотрен блок подготовки воды, химической подготовки воды, то тогда можно говорить о том, что срок службы котельной может быть гораздо дольше, чем заявленные 10 лет. Сейчас компания «Эргономика» подготовила одну газовую котельную к эксплуатации и готова к созданию новых.
Установка газовых печей – это правильный выбор, если вам необходимо обогреть как можно большую территорию за как можно меньшее количество затрат. Итак, наша программа подходит к концу стремительно, мне кажется, так же, как и приходит новый день. Спасибо тебе, Евгения, что сегодня была со мной в студии. Спасибо тебе, Денис, за приятную компанию. Мне всегда очень нравится находиться в твоем обществе. Спасибо большое. Мне интересно слушать про морских свинок. И не только. Надеюсь, вы подписались на наш телеграм-канал для того, чтобы оставаться в курсе последних событий, а также заглянули на наш YouTube-канал, где мы находимся круглосуточно, и написали нам комментарий. До новых встреч! Удачного рабочего дня! Пока-пока! Пока!